Высоко над колокольней медный голос прозвучал. Чередой блестящих молний свод небесный отвечал. Крест внезапно светился, и затем по куполам солнца яркий луч скатился, золотом покрасив храм. Облаков свинцово-серый ветерок рассеял дым, и покров небесной сферы выпал инеем седым. Иней, в хрустале сверкая, солнце блеском веселил, и в детали не вникая, мне виски посеребрил. Здравствуйте! В эфире информационная программа «12. Новости Республики» на телеканале «Регион 12». Напоминаю, интернет-версия нашей программы доступна на сайте tvregion12.ru. В студии Дарья Разинова. 4 часа прямого эфира. Более 3 миллионов вопросов со всех уголков России. И подробные ответы главы государства на темы, которые волнуют миллионы жителей страны. В вступительном слове Путин охарактеризовал экономическое положение в стране, отметив, что ситуация сложная. При этом выполнение всех социальных обязательств остается в приоритете работы правительства. Помимо внешней и внутренней политики, существенная часть разговора с президентом была уделена политике социальной, что, безусловно, касается и каждого жителя республики. В частности, медицины и образования. Президент опроверг слухи относительно запрета импортных лекарств. А на жалобу относительно повышения ставок страхования ОСАГО Путин ответил, что это вынужденная мера, которую необходимо было провести вовремя, чтобы потом не было резких скачков. Ставка ОСАГО не менялась 11 лет. Школьницы из Санкт-Петербурга обратились к президенту с просьбой отменить ЕГЭ и вернуть старые экзамены по билетам. Глава государства заявил, что этим вопросом будут заниматься специалисты. У ЕГЭ есть как минусы, так и плюсы. Согласен, что система нуждается в улучшении, заявил президент. Особо Путин заявил, что руководство страны не готово повысить пенсионный возраст. Главным препятствием для этого глава государства считает продолжительность жизни в России. А какие темы, поднятые в прямой линии, посчитали наиболее важными шкаролинцы? И на какие заявления и действия президента России обратили особое внимание? Об этом мы узнали, выйдя на улицы города. Конечно же, фермерство, который был вопрос очень... В начале самом, потому что сельское хозяйство – это очень широкий пласт, который поддерживает жизнь всей России. Ну, наверное, для всех интересно сейчас услышать, что вот скажет по Украине, какие у него планы дальнейшего развития событий в этой стране. Про ЕГЭ говорили немножко, вот слышал я, да, девочки там, школьницы выступали, что надо бы вернуться к Советскому Союзу, как там были билеты. В первую очередь, когда нормализуются цены, наконец-то, на продукты, курс доллара падает, а здесь совершенно не меняется. Здесь мы видим поднятие цен постоянно на такие первоочередные, которые необходимы детям. Фрукты, молочные продукты, хлебобулочные изделия. И второй вопрос, когда, наконец-то, будет решен вопрос на Украине? Социальные выплаты, курс рубля. Проблемы ЖКХ. Когда этот вопрос снимут совсем, чтобы не было больше... Каждый раз, наверное, сейчас обсуждают этот вопрос. Во-первых, социальные вопросы затрагивал бы. Ну, дороги у нас, например, во всей России очень много, я считаю, аварий. Вот эти вопросы затронул. Ну, пенсионеры обязательно. Вопрос про пенсии. Ну, это больше не для меня, а для родителей. Украина, внешняя политика вся. Вот это, наверное, больше запомнилось. Время весенней уборки. Насколько любят и берегут свой город йошкар-олинцы, можно будет сказать уже в субботу вечером. По итогам первого в этом году субботника. Официально он назначен на 18 апреля, но на многих предприятиях и в организациях санитарный день прилегающей территории пройдет уже завтра. Коммунальщики говорят, отсутствие инструмента в хозяйстве – не отговорка уклоняться от очистки улиц от пыли и грязи. 5 дней в неделю с 6 утра и до 16 часов вечера. Вот уже больше 15 лет дворник Галина Лебедева практически в одиночку борется за чистоту придомовых территорий. Однако порой, когда особенно много пыли и грязи, не помешает и помощь со стороны, говорит женщина. Объявление на каждом подъезде как отдельное приглашение всем жителям района принять участие в субботнике. Практика прошлых лет
показывает, что люди замечают и реагируют на эти объявления. Как отмечают в мэрии, такой деловой подход далеко не у всех собственников, не говоря уже об арендаторах. Зачастую приходится напоминать банальную истину. Силами одних лишь коммунальных служб весь мусор, скопившийся за зиму, убрать нереально. Ресурсов не хватит. Нужна помощь жителей и коллективов предприятий и организаций. Для тех, у кого нет необходимого для уборки инвентаря, можно обратиться в управляющую компанию или ТСЖ. Как говорится, было бы желание. Весь инструмент, вся техника, все готово. Жители, если придут, все будут обеспечены. Уже поступило 16 заявок, сверло 50, 108. Ну, 15 домов уже пришли, заявку сделали, им выдать сколько материалов. Материалов, инструментов, всех обеспечен. Нынче число тех, кому не безразлично, где жить и работать, вновь увеличится, надеются специалисты. Правда, сетовать на пыль и грязь желающих по-прежнему хоть отбавляй. Хотя бездействие уклонистов мало что меняет. А вот законопроект о закрытии так называемых наливаек очень поможет городу стать чище. Это для нас, конечно, плюс. Меньше будут мусорить и будет благоприятно для людей. Насколько любят и берегут свой город ишкаролинцы, ответ увидим 17, 18 и 24-25 апреля. По пятницам основные силы участников субботников будут направлены на уборку городских тротуаров, придорожных газонов, парков и скверов. А в субботние дни на уборку дворов. По всем вопросам можно обращаться в администрацию города по телефону единой диспетчерской службы 64 16 63. В Ишкар-Але появится первый диагональный пешеходный переход. В мае новую разметку сделают на пересечении улиц Комсомольской и Кремлевской. Внедрение таких пешеходных переходов возможно только на тех перекрестках, которые оборудованы светофорами с отдельной выделенной фазой для движения пешеходов. В Ишкар-Але в настоящее время установлено 84 светофорных объекта. На 25 зеленый свет для пеших участников дорожного движения загорается во всех направлениях одновременно. Инспекторы напоминают, переходить дорогу по диагонали можно только на том перекрестке, где есть разметка, а не там, где удобно. Мариэл в числе регионов России, принимающих участие в масштабной ежегодной акции «Тотальный диктант», направленной на популяризацию грамотности и повышение интереса к русскому языку. «Тотальный диктант» состоится 18 апреля. В нем примут участие жители более 500 городов из 58 стран мира. В Мариэл основной пункт проведения «Тотального диктанта» – Маргу. Только в прошлом году в этой образовательной акции приняли участие почти 1200 человек. О том, скольких экзаменуемых ждут в университете нынче и кто может принять участие в тотальном диктанте, вопросы напрямую ректору МАРГУ Михаилу Швецову. Михаил Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте, Дарья. В прошлом году тотальный диктант в республике проводился впервые. И, пожалуй, о том, что это, знают лишь те, кто принимал в нем участие. Давайте поподробнее остановимся на акции. Что это и для чего она проводится? Это федеральное мероприятие. Оно проводится не только в Российской Федерации, но и на 6 континентах нашей планеты. И на территории республики Мариэл, конечно, это Марийский государственный университет, оператор, потому что у нас есть кафедра русской филологии, и мы традиционно и учителей по русскому языку мы готовим. Поэтому, конечно, мы здесь центром подготовки специалистов в области русского языка являемся. И мы приглашаем просто поучаствовать и проверить себя на знание русского языка. Вот в прошлом году 1100 человек смельчаков нашлось, пришли, причем это были от мала до велика, это были и школьники, это были и люди пенсионного возраста, наш третий возраст, университет третьего возраста. Кстати, университет третьего возраста, они одни из лучших написали диктант по русскому языку, они гораздо, пенсионеры гораздо лучше знания русского языка показали, нежели чем молодежь, допустим. Это тоже вызывает определенные, так скажем, вопросы, на которые мы должны дать ответы. Вы затронули и школьников, и пенсионеров. Так давайте остановимся на том, кто может принять участие в акции. Есть какое-либо возрастное ограничение? Нет возрастных рамок. Ну, то есть хоть с 10 лет? Да, пожалуйста. Если ребенок какой-то уже может писать диктанты в 4 года, есть такие вундеркинды, пожалуйста, пусть приходят. Ваши варианты привлечения к участию в акции? Быть причастным к великому, в первую очередь. Такой флешмоб своего рода. Конечно, это такой большой флешмоб, моб на мирового уровня. Вы просто присоединяетесь к тому, что кто-то себя называет патриотом, а кто-то берет и делает, и просто идет и пишет диктант на русском языке. Составим прогноз. Станет ли в этом году тотальный диктант востребованнее, чем в прошлом? Приняло 1137. В этом году, я думаю, мы тысячи на полторы, на две выйдем. Но мы плюсом в этом году еще делаем такое новшество. Мы не только в стенах Марийского государственного университета будем проводить, но мы выходим за пределы. И мы будем проводить еще в республике Мариэл, то есть прямо в районах будут центры, чтобы было удобно было не ехать, а
в город Йошкар-Олу, в Марийский государственный университет, а уже наши чтецы, кто вот будут диктовать, наши преподаватели выйдут туда и в этих центрах проведут тоже тотальный диктант для жителей районов Республики Мариэл. Конечно, элементарное правило русского языка должен знать каждый его носитель. Однако получается так, что участвовать в тотальном диктанте готовы лишь те, кто, пожалуй, в своих знаниях уверен. А значит, делаем вывод, что на повышение общей грамотности акция не влияет. Это абсолютно анонимно. Вы приходите и пишете, а потом вы получаете результаты. И я зачастую смотрю, там приходили бизнесмены, они прекрасно знали, что они не знали. Они писали и смеялись: вот, смотрите, у меня там 50 ошибок. Но я в следующий раз приду, я постараюсь сделать, что не 50, а 30. Ну разве это не повышает общую грамотность там, людей? В чем исполнении в этом году экзаменуемые услышат текст тотального диктанта? Ну, традиционно текст читается либо профессиональными филологами, и можно записаться и выбрать, либо известными людьми нашей республики. В прошлом году, я знаю, были задействованы актеры, а в этом году кто будет? В этом году тоже мы приглашаем актеров, и я не могу сказать пока точный список чтецов, потому что люди заняты, и мы согласовываем графики. Поэтому кто-то хочет, если хочет профессионального филолога услышать текст, пожалуйста, можно записаться к профессиональному филологу. Если просто кто-то хочет от известного человека послушать текст, пожалуйста, можно. Он придет и скажет: я был на диктанте, и мне текст диктовал вот такой-то учитель, или там преподаватель, или лектор, или чтец. Ну, как уже назовут, это не важно, по большому счету. Давайте поговорим о месте и времени проведения диктанта и о документах, которые необходимо при себе иметь потенциальным экзаменующимся. 18 апреля в 15:00 в субботу мы вас всех ждем в Марийском государственном университете или в тех центрах, в районах, которые мы обозначим. Сайт marsu.ru и 68-79-09 – это телефон, по которому можно получить справки и записаться также на тотальный диктант, те, кто пока с интернетом еще не очень дружит. Михаил Николаевич, спасибо вам за беседу. Спасибо вам большое. Я вас всех приглашаю на тотальный диктант работников региона 12 и, конечно, всех жителей Республики Мариэл. В преддверии лета около 8 тысяч детей в этом году смогут отдохнуть в пришкольных и загородных лагерях республики. Об этом сообщает региональное министерство образования и науки. Об изменениях в летней оздоровительной кампании 2015 и во сколько обойдется родителям летний отдых ребенка – ответы в следующем материале. Отсутствие субсидий на приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря – главное нововведение стартующей в июне детской оздоровительной кампании. Теперь родителям, которые хотят отправить своего ребенка отдохнуть на одну из озер республики, где зачастую располагаются детские лагеря, придется выложить кругленькую сумму – от 5 до 23 тысяч рублей, в зависимости от количества дней, которые проведет ребенок в лагере. Теперь руководство лагерей предлагает разные варианты пребывания ребенка. Если раньше смены составляли 21 день, то сейчас самая маленькая по продолжительности измена составит 7 дней, а самая длительная – 3 недели. Есть смены 10 дней, 14 дней, 18 дней, даже 7 дней. То есть тогда родитель будет смотреть, сколько хватит денег ему на то, чтобы ребенок побывал в загородном лагере, такую смену будет выбирать. То есть очень гибкий в этом году и естественно, что смены могут начинаться, можно подобрать тот срок, когда родителю удобно. Но мы оставили компенсацию субсидий для учреждений, предприятий, которая была и в прошлом году. Например, если предприятие само покупает путевки своим детям сотрудников, то 5500 вот эта компенсация осталась. И кто заявился до 1 января, предприятия все это знали, как и в прошлые годы, то они получат компенсацию. Мы заложили такие компенсации 540, даже больше, чем в прошлом году. Так, планируется, что в этом году распахнут свои двери 12 загородных лагерей, 72 пришкольных, 8 оборонно-спортивных, 32 профильных и палаточных лагеря, а также 5 лагерей труда и отдыха. Правда, эти цифры несколько меньше, чем в предыдущие годы. Сократилось пока у нас на 2 лагеря. Во-первых, лагерь один не заявился, который просто на территории находится, не наш. А вообще мы собирали недавно лагеря. Они почти все заявили, что они работают, кроме лагеря Тюленина, который хочет простоять в этом году на консервации. Это считается лагеря, которые загородные, которые курирует Министерство образования и науки. Кроме лагерей будут еще малозатратные формы. Это то, что всегда было очень много
различных дворовых площадок, экологических отрядов, школьных лесничеств, все будет это проводиться. А что касается лагерей, то во всех них разрабатываются программы воспитательной работы. Все эти программы как бы проводят экспертизу. Обязательно там включаются у нас памятные даты, календарные какие-то даты, праздники. И у нас очень много таких вот тематических смен. Например, смена там юных баскетболистов, смена там как бы боксеров. Если спортивные лагеря смотреть, есть у нас смены юных техников. И в общем, очень большое разнообразие. Так, если отдых ребенка в загородном лагере действительно вылезет родителям в копеечку, то лагерь пришкольный остается доступным. Родителям нужно будет оплачивать только питание ребенка из расчетов 90 рублей в день. Несложно посчитать, что смена в 21 день с двумя выходными на неделю обойдется в 1350 рублей. Помимо прочего, Министерством образования России и Республики выделено 73 путевки в Крым, в лагерь «Артек». Отдохнуть на Черноморском побережье получится у отличников учебы, победителей олимпиад, призеров спортивных соревнований абсолютно бесплатно. На плечи родители лягут лишь затраты на дорогу. Летний загородный отдых для своих воспитанников организовывает и Дворец творчества детей и молодежи. Правда, в этом году у этого учреждения доп. Образованию увеличился потенциал и расширились возможности. Пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Маша и Кристина – подружки «Не разлей вода». Вместе поют, танцуют, а предстоящим летом планируют еще и отдохнуть также вместе. Эту возможность им предоставил Дворец творчества детей и молодежи, который они посещают в свободное от учебы время уже несколько лет. Дело в том, что с этого года в структуру этого учреждения дополнительного образования впервые вошла загородная оздоровительная организация. Наша, наверное, самая замечательная особенность в летней кампании, будем говорить не оздоровительной, но образовательно-оздоровительной, на территории этого структурного подразделения будут работать педагоги нашего дворца. Поэтому дети поедут за педагогом в этот образовательный центр. Те же педагоги, занимающиеся с детьми в основной учебный период, продолжат занятия и летом, только в неформальной обстановке. Именно в этом и заключается суть непрерывного качественного дополнительного образования, которому в рамках закона об образовании, принятом в 2012 году, отведено особое место. Главным ориентиром при этом является родительский спрос. В этом году всем звукоградам мы поедем в этот лагерь и будем разучивать новые песни. А разместится лагерь дворца в 9 километрах от города, на берегу Малой Кокшаги, на месте оздоровительного лагеря «Звездочка». Это будет детский образовательный центр, которому, кстати, уже дали название «Радужный». За лето здесь будет организовано 6 профильных смен, каждая от 10 до 14 дней. Мы планировали от того, как все разрешительные документы будут готовы. Да? То есть мы понимали, что уже ни 1, ни 10 июня мы не сможем открыться. Мы начинаем свою образовательную программу летнюю с 23 июня и планируем 64 дня профильных смен. По предварительным прогнозам, побывать в этом лагере летом смогут более 900 детей, посещающих 47 секций и объединений дворца. Их пребывание будет, конечно, платным и обойдется родителям в среднем 8 тысяч рублей. В свою очередь, лагерь «Радужный» станет не только местом отдыха и оздоравливания ребят, но и полноценной площадкой для творческого и спортивного их развития. Уже этим летом в «Радужном» пройдет с десяток фестивалей, творческих конкурсов и спортивных соревнований. Некоторые из них будут проходить на республиканском уровне. Достояние республики доступно каждому. В Йошкар-Оле стартовал новый социальный проект, посвященный предстоящему туристическому сезону. Его суть – размещение на экранах города видеороликов о туристических возможностях нашего региона, адресованных и гостям города, и самим йошкар-олинцам. Первый экран установлен на фасаде ДК имени Ленина. В планах Республиканского комитета по туризму увеличение числа электронных табло, а также подготовка презентаций о военно-исторических маршрутах по Мариэл. Кстати, буквально на днях делегация из Мариэл приняла участие в международной выставке туризма и спорта «КИДС-2015», которая прошла в Казани. Посетители выставки интересовались традиционными турами, экскурсиями, видами санаторно-курортного лечения, детского оздоровительного, а также активного отдыха в Мариэл. Напомню, всего по данным профильного комитета, с начала года Мариэл уже посетили более 96 тысяч человек. Это почти в два раза больше, чем годом ранее за этот же период. Впрочем, ожидается, что основной наплыв туристов начнется именно с майских праздников. В
субботу на стадионе «Дружба» впервые состоится фестиваль ГТО, а также бесплатный матч с участием «Спартака». Команда «Экстрим» вновь стала чемпионом России. Легкоатлеты «Мариэл» готовятся к стартам. Все подробности в спортивном обозрении телеканала «Регион-12». Все на футбол, при этом бесплатно. В субботу на стадионе «Дружба» Ешкородинский «Спартак» проведет первый матч весенней части первенства России. Посмотреть на игру красно-белых с дублем казанского «Рубина» сможет любой желающий. Вход на стадион в этот вечер будет свободным. Начало встречи на «Дружбе» 18 апреля в 5 вечера. Добавлю, что в преддверии рестарта сезона подопечные тренера Александра Нинашкина провели 3 товарищеских матча. В Чебоксарах наша команда проиграла местному «Динамо Дюсша» со счетом 1-3. Уже дома красно-белые обыграли футбольный клуб «Медведева» 4-0, а потом сыграли в ничью с футболистами из Чувашии 1-1. Добавлю, что по итогам осенней части чемпионата в зоне Урал-Поволжья спартаковцы замыкают турнирную таблицу, набрав в 17 играх 8 очков. Весной и летом ешкородинцам предстоит сыграть еще 7 матчей. Тем временем наши футболистки все еще продолжают подготовку к новому сезону. Стартует он 10 мая матчем 1/32 финала розыгрыша Кубка России. Первый матч «Мариэлочка» проведет дома на стадионе «Дружба». Противником подопечных тренера Евгения Петрова станут футболистки ижевского «Торпеда». Меж тем, ближайшие 5 лет руководить республиканским футболом продолжит Владимир Чумаков. В Ледовом дворце «Мариэл» прошла конференция региональной федерации футбола. В числе рассматриваемых вопросов были выборы президента организации. Добавлю, что вице-президентом федерации был избран Сергей Киверин. И снова золото. Волготеховский «Экстрим» стал победителем чемпионата России по фитнес-аэробике. Удача сопутствовала ешкаролинкам в номинации «Степ-аэробика». Эта победа позволила нашей команде выступить на чемпионате Европы, который пройдет в мае в Голландии. Добавлю, что в рамках первенства России 2 медали, золотую и серебряную, завоевала еще одна команда из столицы «Мариэл» – «Византия». Еще один ешкаролинский коллектив «Фреш» выиграл в Москве бронзу. Легкоатлеты на старт. Через неделю в «Мариэл» будет дан старт насыщенному легкоатлетическому сезону. Первым официальным соревнованием в 2015 году станет первенство республики, которое пройдет 24 апреля в Медведеве. В Йошкар-Оле на «Дружбе» в мае-июне пройдут чемпионат и первенство республики среди юниоров, а также Кубок «Мариэл» и первенство среди ветеранов. Добавлю, что йошкар-олинский малый марафон состоится 9 августа, а 12 сентября спортсмены «Мариэл» примут участие в республиканском легкоатлетическом кроссе. Ну а в субботу в Йошкар-Оле пройдет первый фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Сдать нормативы ГТО на стадионе «Дружба» выйдут более 1000 человек, учащиеся и студенты из столицы «Мариэл», а также команды районов республики. В программе соревнований сдача нормативов первой и шестой ступеней комплекса в беге, подтягивании на перекладине и прыжках в длину с места. Начало спортивного праздника в 9 утра 18 апреля. Информационная программа «12. Новости республики» на телеканале «Регион-12» продолжается. Напомню, прямая трансляция в интернете на сайте online.tvregion12.ru. В студии была Дарья Разинова. We'll be right back.